Просто от безделья. А расскажите, как вас звати и что вы решили? О, телевизор мне не надо. Это интернет, это не телевизор. Ну, тем более. Виктор меня зовут. А зачем? Что? Это все. Ну, потому что в самом деле тут дети гуляют, и негде даже тени нету. Тут же детей много. Люди с колясками, негде гулять. Да и поле уже тут 30 лет прожили, и он в поле живет. Давно уже тут было бы скверик. А так? А так вышел, да и все. Покопал. Посадил и все. Кто сам врезал? Или они врезали? Да? Врезал сам? Слышь? Я говорю, сам врезал? Да. Вот ты что? Ну я хочу сразу идиотом. Не знать, что есть такие или нет. Ну я там. Как у вас с озеленением? Вот у нас украсили наш во дворе, получился парк. Наш сосед, очень хороший знакомый, друг Городниченко Виктор, занимался практически всем самостоятельно. Ну, еще пару соседей когда-то ему помогал, но в основном он все делал сам. Саженцы, еще и траву косит, ходит, поливает с ведерочек. Труда вложено очень много, мы очень рады, довольны, очень красиво, очень много чего прижилось. Елочки. Через пару лет у нас будет настоящий парк, где можно будет гулять с детьми. Лавочка там красивая, стоит, арку делает. Так что хорошо бы, чтобы у нас все соседи принимали участие.